кандидатів. В процессе, так сказать, нашей секции, которая немножко урезана в этом году, мы слышали много докладов о коллективных эффектах. Особенно, конечно, это вчерашний доклад Александра по поводу, так сказать, учета АПА-корреляции для основных состояний и, соответственно, для построения на таком, в уточненном состоянии коллективных состояний. Я же буду рассказывать о эффектах, которые проявляются в случае, которые включают в себя коллективное движение сразу несколько большого количества ядер. То есть, когда у нас, так сказать, происходит синхронное изменение структуры ядер и введение подобных эффектов, оно связано с необходимостью описывать некоторые астрономические явления, которые, в частности, это так называемые soft gamma repeaters, или мягкие повторяющиеся источники гамма-измещения. Впервые такие источники наблюдались в конце 70-х годов группой из института Иоффе с помощью спутников Венера, когда была зарегистрирована гигантская вспышка от источника SGR-05-26-66. Последующий мониторинг подобных объектов, на сегодня их известно примерно 5 штук, показал, что эти объекты испытывают два типа активности. Гигантский выброс энергии примерно 10-47 Гц, которая длится в течение нескольких секунд. Но более часто они излучают короткие гамма-вспышки с расходом энергии от 10-38 до 10-42 F-вспышку, и эта вспышка длится примерно 0,1 секунды, в то время как фронт это составляет меньше, чем миллисекунды. Ну, такие объекты связывают с активностью так называемых магнитаров, сильно намагниченных нейтронных звезд. И вот в крайнем правом углу показано треугольнички, обозначены подобные объекты. И в данном случае нарисована эта картинка, представляет из себя так называемую пи-дот диаграмму, то есть замедление вращения нейтронной звезды. Частота нейтронной звезды — это вертикальная ось, горизонтальная ось — это замедление вращения. Замедление вращения, при этом каждая точка на данной диаграмме несет в себе информацию о, как сказать, величине магнитного поля. И в случае крайней правой части это говорит о том, что магнитное поле может достигать примерно тератесла, то есть 10-12 тесла или 10-16 гаусс. Ну и вот подобное, при наличии огромного магнитного поля на поверхности звезды и позволяет, так сказать, описать, очень хорошо согласуется со всеми характеристиками подобной гамма-вспышки, в частности энергии, которая на несколько порядков величины превышает так называемый предел Эддингтона. То есть если мы возьмем звезду, которая не обладает дополнительными характеристиками, кроме гравитации, то предел Эддингтона будет составлять примерно 10-36 эр к секунду. В то время как в данном момент вспышки здесь выделяется энергия 10-42 степени в 1/10 секунду, то есть примерно 10-43 степени R в секунду, то есть это что на 7 порядков величины превышает, соответственно, предел Эддингтона, в то время как в случае гигантской вспышки это превышение составляет порядка 9-10 порядков. Ну, если мы более детально будем рассматривать статистику гамма-вспышек, то они вот в данном случае на данной картинке приведено число вспышек в зависимости от энергии, от выброшенной энергии.
то они описываются степенным законом. Значит, вот все есть ну, примерно с неким разбросом показателей экспонента, но все, в данном случае проведено наблюдение трех объектов с разными телескопами. Это RXT и BATSY. Значит, это то же самое, но перенормировано на расстояние до источника, то есть и, так сказать, и диапазон энергии, здесь только говорит о чувствительности детектора, так сказать, не о диапазоне энергии излучения. Таким образом, для описания подобных характеристик, подобных астрономических источников, астрономических явлений, рассматриваются сверхнамагниченные нейтронные звезды. И вот в данной работе мы рассматриваем подобные вспышки как магнитоэмиссия коры нейтронных звезд. Значит, если мы будем смотреть внутрь нейтронной звезды, двигаясь с поверхности, то структура ядерного вещества претерпевает изменения, и наружная структура, это примерно 100 метров в глубину, представляет из себя хорошо разделенные ядра, которые погружены в электронную жидкость очень высокой плотности, причем расстояние между ядрами составляет примерно 5 ферми, что, в общем, уже сравнимо с длиной ядерного взаимодействия. Ну и если мы будем учитывать магнитное взаимодействие между двумя ядрами, то оно будет достаточно существенным, таким образом, что на поверхности звезды, если ядра имеют определенный магнитный момент, то они будут связаны ферромагнитно. То есть это означает, что если происходит изменение магнитного момента одного из ядер, соседнее ядро должно будет это чувствовать, и поверхность, так сказать, внешняя кора, так называемая внешняя кора нейтронной звезды будет разделена на домены. Двигаясь внутрь, мы будем увидеть дальнейшие превращения, да, то есть на протяжении примерно 1 километра такая изолированная ядра будет переходить в спагетти, потом плиточная структура и так далее, доходя до нейтронной жидкости. Теперь, если мы посмотрим на магнитные характеристики данной поверхности коры нейтронной звезды, то в случае, если магнитное поле будет составлять, магнитный момент ядер будет составлять примерно десятки единиц ядерного магнитона, то, соответственно, это будет давать вклад на магничность на уровне 10^13 гаусс, в то время как на поверхности, в коре нейтронной звезды, поле может достигать 10^17 гаусс, и если мы рассмотрим такую картину, то выброс энергии для изменения магнитного поля на порядка единицы ядерного магнитона для каждого ядра на расстоянии, так сказать, на глубине 100 метров будет давать как раз выброс еще примерно 10^42 эр. Таким образом, модель, которую мы рассматриваем, у нас есть рожденная нейтронная звезда с огромным магнитным полем, которое показано с правой стороны на данном рисунке. По мере того, как магнитное поле меняется, меняется структура ядер. То есть ядра, так сказать, у нас есть уровни minority и majority spin, то есть спин большинства и спин меньшинства. Те, которые уровни составляют меньшую энергию, там находится, соответственно, больше нуклонов. И по мере того, как магнитное поле изменяется, в точке пересечения нуклоны скатываются с одного уровня на другой. При этом магнитный момент ядра изменяется ступенеобразно, и это приводит к тому, что намагниченность коры, как показано во вставке на правом рисунке, изменяется ступенеобразно. То есть вот это ступенеобразное изменение магнитного момента и приводит к впрыскиванию энергии в магнитосферу, что потом приводит к
гамма всплеску. Теперь для того, чтобы описать и систематизировать данные наблюдения, мы рассматриваем следующую модель. Итак, у нас есть карата, которая состоит из доменов. И стрелкой показано переменное магнитное поле. Таким образом, наш геометриан состоит из внешнего поля, взаимодействующего с магнитными моментами. Взаимодействие магнитных моментов между собой, ферромагнитного типа, ну и, естественно, некие флуктуации, то есть некий шум или беспорядок, который, конечно же, обязан присутствовать в такой огромной системе, как кора нейтронной звезды. При прохождении, как показано на верхнем схематическом рисунке, при прохождении некого критического поля магнитный момент отдельного ядра или отдельный домен меняется ступенеобразно, что приводит к впрыскиванию энергии. Вот, используя такой гамильтониан, и, конечно, здесь есть некоторая неопределенность с флуктуациями, но если мы примем, что вот эти случайные поля H и T, много компонент дает вклад в этот беспорядок, то, соответственно, мы можем описывать его с помощью гауссовского закона. Теперь, таким образом, мы рассматриваем такую модель, симулируем процессы вспышек и находим следующий результат, что действительно в определенных условиях выброс энергии в зависимости от интенсивности энергии, число выбросов энергии в зависимости от интенсивности энергии может описывается степенным законом. И это позволяет систематизировать, так сказать, все данные наблюдений источников, повторяющихся источников мягких гамма-всплесков. Может быть, я немножко еще остановлюсь на механизме, каким образом действует процесс. То есть, если у нас происходит перескок магнитного момента в одном из доменов, то из-за ферромагнитной связи это вызывает перескок другого домена. И так далее, пока, так сказать, лавина не затухает. И, естественно, процесс, интенсивность выброса энергии, энергия выброса в магнитосферу, она пропорциональна размеру лавин. Таким образом получается величина энергии, которая выбрасывается в магнитосферу, и, соответственно, излучается утрамагниченной нейтронной звездой, иногда их называют магнитарами. И таким образом число событий, соответствующих данной энергии, оно пропорционально размеру лавины, и все это удается, так сказать, все эти данные наблюдения удается систематизировать и описать с помощью данной модели. Далее вопрос такой: если у нас магнитное поле меняется равномерно во времени, то сколько мы будем ждать, должны ждать между различными вспышками в активной фазе магнитара? То есть вот у нас произошла вспышка, и, соответственно, какое-то время звезда молчит, потом через некоторый момент она снова излучает, и вот это время ожидания, оно, естественно, подчинено некому стохастическому закону, то есть есть некая вероятность того, что звезда через какой-то момент испустит следующую вспышку. Ну, вот в рамках данной модели также удается описать все 19.00-24, 19.20-24, 18.06-20. То есть, оказывается, что в рамках данной модели все статистические свойства для времени ожидания должны быть при масштабировании описываться одинаковой кривой, что наблюдается и предсказывается в рамках данной модели, то есть это описывается логнормальным распределением. Так сказать, время до следующей активной фазы, оно тоже должно в рамках данной модели
соответствовать определенным универсальным характеристикам для всех магнитаров, что показано на данном рисунке. То есть по вертикальной оси это период активной фазы магнитара, а по горизонтальной оси это период, это интенсивность непрерывного излучения. Ну, таким образом я перейду к заключению. То есть мы рассматривали магнитные свойства отдельных магнитные характеристики ядер, ну, и, соответственно, ядерного вещества. И мы видели, что оболочная структура приводит к резкому изменению намагниченности ядра при изменении внешнего магнитного поля. И эти аномалии вызывают определенное, так сказать, шумовое поведение на магнитности коры нейтронных звезд, которые приводят к магнитной эмиссии и к выбросу мягких гамма-всплесков из магнитосферы.